Всем привет, друзья! Немного не хватило Катерине, чтобы выиграть хотя бы один сет у Петры, но все равно она дала серьезный бой своей соотечественнице. Ну а сегодня с вами поговорим о финальном матче между Петрой Квитовой и Каролиной Муховой. В первую очередь, я, конечно, жду интересного матча, потому что мне в целом, конечно, очень нравится, как играют чешки. По сравнению с тем, как играют в историческом турнире в Америке, это небо и земля. То есть тут хотя бы видно, что девушки стараются играть, нет такого, знаете, ну, явного визуального слива, как это было видно в американских матчах. И я считаю, что финал тоже будет интересным. Я бы сравнил вот этот турнир с турниром в Беларуси, который проходил не так давно. И при всей моей симпатии к Муховой, которая мне действительно нравится как теннисистка, очень перспективная, она еще в том году это доказала в конце года. Но все-таки я понимаю, что вряд ли против Квитовой, которая сейчас набрала ход, пусть за всего лишь два матча, но к третьему матчу как раз таки уже Петра частенько достигает того момента, когда, ну, тормозить она уже не собирается. И я думаю, что Петра не из тех девушек, кто тут будет играть, скажем так, в поддавки. И еще бы, если бы этот турнир не транслировался, я бы, возможно, подумал, что какие-то могут быть темные делишки, так скажем. Но этот турнир открыт для зрителей, поэтому, как говорится, все на общее обозрение. И, конечно, такая артистка, как Петра, играть спустя рукава-то точно не будет. Бессонная Мухова будет стараться, но все-таки вряд ли, думаю, она сможет остановить тут Петру. И, конечно, сама Квитова там не растеряет, как говорится, свою меткость, своих мощных ударах и подачах. Но все-таки я, конечно, склоняюсь к победе Петры Квитовой. Ну, я не могу не напомнить вам об акции, которую предоставляет Pearlbet, которая дает вам бонус 100% к вашему депозиту. А получить его можно, зарегистрировавшись по ссылке в первом закрепленном комментарии под данное видео. И в этом же комментарии написан промокод, ведя который этот бонус вы и получаете. Как всегда, желаю всем удачи. И до скорого. Пока-пока.